Всем привет! В нашей волонтерской семье произошло яркое, чудесное и незабываемое событие. Это замечательный вечер, который нам подарили организаторы нашего благотворительного сообщества. Я приглашаю вас вместе со мной побывать на этом мероприятии. Вы знаете, меня поразила атмосфера этого заведения. Я просто в нее влюбилась, и она такая домашняя, такая уютная. И мне захотелось немножко больше с вами поделиться вот именно об этом месте. Это брассерия, типично французское изобретение, такое себе городское кафе, набирающая обороты с 19 века, и обычно здесь собирались горожане разных общественных прослоек, не исключая и парижскую богему. Брассерия часто обобщает в себе кафе, ресторан, паб, что делает ее универсальным и зачастую излюбленным местом. Больше, да? Станок. Станок. Для моего телефона, конечно, темновато. А ты видела какие-то? Нет. Ты сидишь в потолке, так это больше же завод. Да? Как обычно. Здесь всегда легкая французская музыка, гастрономическое удовольствие и потрясающий колорит, которым можно наслаждаться, не закусывая высокомерием. Вот эти обжитые и уютные брассерии как будто застыли во времени, до сих пор пребывая в своей романтичной, почти антикварной эстетике. И для парижанина это естественное дополнение к его повседневной жизни. У нас теперь тоже вот есть такое замечательное место и такая возможность познать этот очаровательный мир Зазеркалье вот прямо в Харькове. И в брассерии, название которой непримерно ассоциируется с Одри Тоту, ее чудачкой-героиней Амели. И вот это совместное принятие пищи для французов – определенный ритуал, часть национального самосознания. И он занесен даже в ЮНЕСКО в список нематериального наследия, культурного наследия человечества. Вы знаете, мне очень понравилось в этом заведении именно популяризация здорового и сбалансированного питания.
И здесь, конечно, поклонников фастфудов, ну, будет совсем неинтересно и здесь не понравится. И вот концепция брассерии именно этого места – это продажа позитивных эмоций в гастрономическом сопровождении. Здесь предлагают 172 блюда, не учитывая десертов, кофе-чайных напитков и винной карты. И именно здесь выпекают багеты, питепо, пироги, торты, пирожные по рецептуре и технологии Луи Брилье, мэтра, патиссиеров, династии которых берет начало еще со времен Людовика XIII. Мне еще понравился один факт, то, что в это кафе можно, разрешается и приветствуется вход с животными. И даже если у вас крупный любимец, то здесь ему накроют стол во дворе. И представляете, ну, это достаточно такая большая редкость, когда можно прийти отдохнуть всей семьей, включая домашних животных. И также любая книга на столе из библиотеки французской литературы продается за 50 гривен. Весьма интересно. Константин, Александр, выходите к нам, чтобы вы от силы семьи загадали желание, которое, собственно, обязательно сбудется. И на счет три гасим свечи. Посоветовать. Надежда сейчас все решит. Ну что, вы готовы? Один! Два!
Спасибо всем за этот вечер. Он был просто волшебным, он был великолепным, он был замечательным. И в такой атмосфере и с такими людьми это просто счастье иметь возможность работать и делать добро людям. Всем большое спасибо за внимание, спасибо, что были со мной. Всем я желаю получить тоже незабываемые эмоции, иметь возможность испытывать счастье, радость, удачу. И, конечно же, обязательно я желаю всем мира, здоровья и всех благ. До новых встреч в новых видео. Всем пока-пока!